Сидим с братом, короче, я такой раз в розетку эти провода от динамика. Он такой, ты что, дурак, что ли? Я говорю, да розетка не работает. А как она? Я, короче, в шоке. Нормально он садил. Обычно лампочку в гирлянду, которую трехвольтовую вставлял в розетку, тоже от бабах. Бабах, ну. Ну, у нас на заводе этот. Погорячился, да? Ребят, короче, смотрите, мне уже плохо видно. Тут шрам, короче, полный. Правда, у меня почти насквозь было. Мне было 2 годика, я шпильку в розетку вставил. Я уже тогда, короче, этот. У меня, да, до сих пор, как бы, я гадалка какие-то. Все радиотехники такие, да? Да, я показываю, все гадалка. Хорошо. Все, все, все. Что у тебя с рукой, блядь? Да, всем здравия. Не гадается, да? Закодировался. Это к вопросу было? Я надо это, не подкавировал. К вопросу, было ли ты близко к смерти, да? Вообще круто. Я про это говорил, что руки золотые.